Речь также о людях, кто представлял свои проекты на конференциях, и они сейчас достаточно активно работают с вновь образованным агентством стратегических инициатив. И еще один принципиальный момент. Убежден, если политическая сила претендует на поддержку граждан, я уже об этом говорил не один раз, она должна знать проблемы этих граждан. Именно такой подход стал базой для подготовки наших перспективных планов.